Добрый день, мои хорошие. Что у нас сегодня? Обычный денечек. Все занимаются делами. Папу припахало. Да, папа? Папа у нас... Боря, где вам звонить? Каждый выполняет свою работу. Ты захотел кошечку? Нет. Купи кисю, купи кисю. Вот теперь давай, работай. Папа занимается уборкой. А я этот поставила, буду готовить еду. Так вот это ж, ну я уже вам показывала, да, миллион раз. Ну мне так нравится. Это накручу фрикаделечек сразу, наделаю. Вот. Вот единственное, что я с курочки, а это у меня говядина. Вот. И сейчас их с томатиком. Немножко томатика, немножко сливочек. И вуаля! И будет мне радость. Там какой-то булгур или гречку спрошу, что пацаны захотят. Вот. То и будет. У меня там еще есть бульон куриный. В общем, на первое, кто захочет, тот будет бульон. Вот. Я так точно. И я как-то... Что-то мне сейчас этого ничего такого не хочется. Вот. А мальчишкам надо будет сделать. Хотя раньше то хотелось сладкого, все там, а сейчас он у меня, Максим там покупал бы всяких вкусняшек, шоколадок. Ну, все-таки лежит. Ничего не хочется. Вы спрашивали, почему ты в холодильнике все держишь? То, что... Друзья, этот холодильник просто стоит как пенал. Он не рабочий. Он рабочий, но не подключен. Мы им не пользуемся. Я его потом уже продам. Просто были бы сейчас лишние копейки, можно было бы такое, знаете, как сделать продолжение кухни, потому что мне панически не хватает столешницы, сделать еще, сдвинуть, во всяком случае, вот эти бы кофемашины бы я сдвинула, и здесь у меня была бы еще рабочая зона. Ну, не знаешь, в первую очередь, какие дырки заткнуть. Вот так вот. Ничего кричишь? Что? Дать тебе еды? Ну чего ты разорался? Ты кушать хочешь? Дать кушать? Бусинка, папа обижал тебя? Бусь. Да? Нехороший. Да? Нехороший. Иди, мама даст кушать. Иди. Иди, запрыгивай и кушай. Ну все, я тебе уже насыпала. Че орешь? Да. Голодная поволжья. Вот. Я уже сегодня постирала. Ну, как я постирала, машинка, но все равно пересортировала. Белое поставила на отбеливание, цветное. В общем, кручусь, ребята, наверстываю все свои упущенные дни, которые я пролежала. Бусь, иди гуляй.
Смотрела, присмотрела, любимый. Был бы у меня пылесос такой, я бы тоже пылесосил. А так не. Я не могу. Понимаешь, мы же живем три поколения. Три поколения не работает. Живем на бабушкину украинскую пенсию. Зачем работать, да? Если б не ее пенсия, мы бы ее к себе не взяли в Испанию, да? Хай бы сидела там под ракетами. Ой, меня так насмешило. Это просто, просто какой-то бред сумасшедшего. Три поколения не работает. За что вы живете? Зрители кормят. И пенсионеры. Ой, боже, боже. До всего и людям есть дело. Поснимали эти дорожки тоже. Сейчас будем чистить в коридоре. Чем? Сегодня у нас день уборок. Что с этими животными, блин, не бывает чисто. Постоянно то шерсть, то еще какая-то байда, то вечные игрушки. Тут уже, вот видите, постирала белое. Вот, там еще достирается еще одно. В общем, корчу из себя хозяйку. Вот. У нас тепленько, погода прекрасная. Наконец-то уже все, наступило тепло. Уже комфортно. Вот. Уже постоянно двери стоят открытые. Свежий воздух заходит. Вот. До сих пор у меня стоят розы. Представьте, это еще когда... вот что значит подарил сын и муж. Те, что подарил муж, уже нет. А те, что подарил сын, до сих пор стоят. Я тебе расскажу. Ну, опять муж и не такой. Конечно, не такой. Сейчас на меня заступятся все равно. Ой, у меня там уже горит. Так, вот так вот. Немножечко томатика, немножечко сливочек. Сейчас еще протушу. Правда, с говядины оно такое, то, такое темное получается. Не такой очень красивый цвет, как куриный. Вот, потом немножечко еще заправлю пармезанчиком. И вуаля. Все. 15 минут и все готово. Сейчас какую-то кашку замучу. И все. Так. Ладно, друзья. Будем заниматься делами. Макс тут, видите, все поснимал. Все это сейчас... Я, наверное, полы помою. В общем, обычные домашние рутины. Вот так вот. Кто чем занимается, да? Мужики ходят, бухают пиво, а мы пазлы собираем. Мы за здоровый образ жизни, да, Папулькин? Мы купили очередные пазлы, чтобы коротать вечера, когда будет накатывать. Вот я выбрала такую какую-то новогоднюю тематику. Что-то захотелось именно, чтобы что-то яркое такое было, красочное, мультяшное. Хотя так у нас там есть, там и
тигры и все. Ну. Кстати, я когда покупала эти, там я нашла то, что по 6 тысяч были это, а еще есть на 13 200 и на 15 тысяч. Тогда нужно всех этот выселить нафиг с дому. Негде просто собирать, можно было бы побольше купить, но у нас только на, тогда на вот этом столе, а на полу невозможно, потому что потом, товарищи не дадут. Я все съем, а то все разнесет. Барни только и ждет, если там какая-то частичка упадет, сразу хватает в зубы, а потом требует этот выкуп. Для него тогда нужно давать ему какую-то вкусняшку. Обязательно, чтобы он это... Ты ж не видел, что я это... Что я заказала нормальный? Да. Ну, должно быть так сложно. Много мелких и разных. Чтоб тяжело было. Ой, у меня ж там... Этот... Еда. Что-то мне... Я проголодалась. И мне захотелось этих... Сырничков. Чайком. Даня пошел на тренировку. Вот. Блин, сейчас одной рукой неудобно. Вот так. Пока трендела, короче, немножко прихватились. Ну ничего. Вот в чем свое удобство. Тех заготовок, да, сырников, которых я делала. Вот захотелось, все, достала с морозилочки. Сейчас бац-бац, 5 минут и все готово. Так, все, делаю чаечек. И будет мне вкусно. Поделю на себя и на Данила. И больше никому не дам.